Климкина учится в музыкальной школе с 5 лет. Волшебные звуки фортепиано настолько завораживали девочку, что выбор инструмента перед ней даже не стоял. Занятия с педагогом и дома каждый день минимум по часу. И вот Ксюша – участница 20-го открытого фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья». Конкурсы сложно красиво сыграть. Если ты ошибешься, продолжай дальше играть. В этом году открытый фестиваль-конкурс «Одаренные дети Подмосковья» проходит в 20-й раз в очно-заочном формате. Солисты и дуэты выйдут на сцену перед строгим жюри. Остальным же придется предоставить свое выступление в видеозаписи. Конкурсантов более 1500. Они соревнуются в 11 номинациях. Пианисты стартовали самыми первыми. За считанные минуты показать все, чему научился за несколько лет в музыкальной школе. Для этого нужно побороть волнение. Жюри будет оценивать все, даже способность красиво выйти из сложного положения. Соответствие программе. То есть, естественно, если ребенок первого класса замахнулся на произведения, которые изучают в высшем учебном заведении, да, ну, естественно, это сразу бросается в глаза. Потом, конечно, особая номинация, да, например, если ребенок действительно, вы правы, артистичный, или ну, в какой-то нестандартной ситуации ребенок нестандартно подошел и достойно вышел из этой ситуации. Конечно, на это тоже жюри обращает внимание. В номинации «Фортепиано» выступили 62 юных музыканта из Одинцовского округа, Власихи и Краснознаменска. 34 стали лауреатами открытого фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья». Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».